Библиотека имени Жернакова представляет видеопрезентацию, посвященную выдающемуся педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому. 28 сентября исполнится 105 лет со дня рождения Василия Александровича. Взгляды и идеи этого педагога до сих пор можно назвать современными и актуальными. Его педагогическая система базировалась на гуманистических принципах. Это доверие к ребенку, воспитание без наказания, сотрудничество родителей, учителей и детей, высокая степень нравственности. В своих учениках он воспитывал человечность. То есть он давал им не только знания, не только любовь к знаниям, но и воспитывал честность, доброту, порядочность, уважение. Эти принципы стали основой его воспитательной и обучающей системы. И сотни его учеников благодарны ему за это. Ключевым принципом педагогической системы Сухомлинского принято считать принцип «радость познания». Он стремился научить учеников любить науку, любить книгу, любить школу, чтобы знания стали страстью и интересом. Он был директором Павлыжской средней школы. Но он был еще и учителем. Он вел несколько предметов. В тот период, когда математика и физика, казалось бы, вышли на первый план, Василий Александрович все равно убеждал всех и придерживался системы, что гуманитарное образование крайне важно. Мир – это не просто электроника. Мир, прежде всего, должен быть человечным. Добру должна учить детская книга. Без преувеличения можно сказать, что чтение в детские годы – это воспитание сердца, прикосновение к сокровенным уголкам человеческой души, утверждал Василий Александрович. Но он и сам был замечательным писателем. Причем писал как для детей, так и для взрослых. В своих произведениях он старался донести простые истины о хороших и плохих делах, о ценностях, о уважении и стыде, о сложностях, с которыми нам всем приходится сталкиваться. «Сердце отдаю детям» – это главная книга его жизни. Книга открывает практическую сторону концепции Василия Александровича Сухомлинского. И она расскажет нам, как же он относился к своим воспитанникам, как раскрывал их потенциал, знакомил с красотой окружающего мира и прививал морально-этические нормы. «Сердце отдаю детям» – это трилогия и связанных по смыслу произведений на психолого-педагогическую тему. «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина», «Письма к сыну». Книга, которую вы сейчас взяли в руки, посвящена воспитательной работе с начальными классами. Другими словами, она посвящена миру детства. А детство, детский мир – это мир особенный. Дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве. У них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени. В годы детства день кажется годом, а год – вечностью. Имея доступ в сказочный дворец, имя которому «Детство», я всегда считал необходимым
стать в какой-то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть на вас, как на человека, случайно проникшего за ворота из сказочного мира. Не будут смотреть на вас, как на сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что делается внутри этого мира. В биографии Василия Александровича тысяча сказок, написано им самим. А все, что сочиняли ученики его школы, вместилось в несколько десятков печатных томов. Он автор более 600 статей и многочисленных брошюр, более 1000 рассказов и монографий. Человек, которому мы воспитываем и которому быть гражданином нашей страны, беречь и хранить наше Отечество, умножать наши материальные и духовные ценности, этот человек должен быть великим, духовно богатым и красивым во всех сферах жизни, во всех многогранных и неисчерпаемых отношениях. Он должен быть готовым и к тому, чтобы годами ухаживать за больным, прикованным к постели, чтобы, услышав в темную ночь стон одинокого старого человека, прийти к нему на помощь без чего бы то ни было зова, просто по велению своего сердца. Он должен быть любящим, искренним, чутким, заботливым сыном своей родной матери. Без этого он не имеет морального права называться человеком. Он должен уметь читать человеческую душу, уметь увидеть, понять, почувствовать разумом и сердцем горе, печаль, волнение своего соотечественника, прийти ему на помощь. Это высшая человеческая грамота, выраженная величественными словами нашего принципа. Человек человеку друг, товарищ и брат. В библиотеке имени Жернакова есть очень много книг Василия Александровича. При подготовке данной видеопрезентации библиотекарь использовал книги, представленные на этом слайде. В нашей библиотеке есть и следующие его произведения. Василий Александрович прожил всего 51 год. Его система формирования, воспитания и развития личности ребенка была основана заботой о сохранении, восстановлении и укреплении здоровья каждого обучающегося. Мы будем рады, если эта видеопрезентация найдет отклик у начинающих педагогов, у студентов, которые хотят стать учителями. Они должны обязательно прочитать его труды.